акулы. Акула, динозавр. Авторы сценария Деннис О'Флаерти, Даглас Бут. Смотри, братик, я сейчас слопаю 2 дюжины гигантских джет-бургеров. Да? Ну тогда я съем 3 дюжины и еще закушу галлоном мороженого. 4 дюжины бургеров, тройную порцию жареной картошки с печеньем и подливкой. Не знаю, что и сказать. Если мы нарвемся на полицейский патруль около Пончиковой, нам придется удирать. Никаких отступлений, я так голоден, что готов съесть даже панель управления. Хорошо, хорошо. Ангар 5, дешевый ресторан, вот туда мы и направимся. Жми на всю железку. Извините, братцы, я чувствую запах создания пираноида. И я тоже. Чего это понадобилось дружкам слизеноида в аэропорте? Не знаю, но если я их встречу, они получат от меня хорошего пинка. Лена говорила, что сегодня факультет физики отправляет кусок стабильного антивещества для НАСА. Если он попадет в лапы пираноиду, то он сможет поджарить на сковородке весь мир. Тогда, братишки, вмешаемся в это дело. Эти прихлебатели делают вид, будто они — это мы. В атаку! Доктор Пираноид не сказал нам, что в аэропорте будут акулы. Теперь люди будут знать, что антивещество украли не они. Может, мы сбросим эти поганые маски? И думать забудь, тогда доктор Пираноид поджарит наше ДНК на масле. Мы почти готовы, Луи. И пусть на этот раз эти воображалые акулы даже не пытаются вмешаться. Только позвольте мне ими заняться, босс! Мне нравится твой настрой, Луи, но мне кажется, такую работу должен сделать кое-кто покрупнее. Вроде 10-тонных динозавров из юрского периода. Отвертку. Благодаря моей машине времени я проникну в далекое прошлое, чтобы добыть новых, или лучше сказать, старых существ для использования их генной инженерии. Это звучит опасно. И будет еще опаснее, Луи, будет. И тогда никто не посмеет встать поперек моей дороги. Как только мне добудут антивещество, я помещу его в хронорефрактор, и все будет готово к тому, чтобы победить само время. Эти полицейские слишком уж расслабились. Смотри, это же завод по переработке мусора. Мне кажется, пришло время задать жару нашим преследователям, не так ли? Да, пора, и мы им устроим. Плавники к бою. Да, пришло время для акульего прыжка. Хорошо, теперь они попались. Мы из них сделаем морской салат. Пришло время разделиться, рептил. У кого из них антивещество? Джет, вы со Стриксом преследуете Киламари, а мы займемся рептилом. Где антивещество? Ну и денек. При наличии этого вещества машина времени будет готова к работе. Веселый денек, небольшая проблемка с акулами. Они немного сильнее, чем ты. И как это ты только догадался, маленький рачок? Да я из тебя креветочный попкорн сделаю! Прекратить препирательство, наступает исторический момент. Блестящая система загружается. Рыбье царство! Что это? Это время ворот, созданный машиной времени. Как только я выберу с помощью этого дисплея нужную дату, то все, что попадет в этот время ворот, отправится в отдаленное прошлое. Акулья атака! Я думал, они отстали! Поаккуратнее с движениями, безгубый! Да, это наша удача. Уличные акулы будут первыми, кто испытает на себе мою машину времени.
согласен. Чувствую запах этих уродов. Нападем на них. Подожди, братик, если мы будем шуметь как рипстер, они нас заметят. Давай приближаться осторожно. Ну и пусть. Мы должны вернуть антивещество. Согласен, но можешь принимать любые меры предосторожности, а я атакую. Прекрати. Мы должны разработать стратегию атаки. У меня тут есть вся нужная нам стратегия. Пора поработать плавником. А кто будет тебя прикрывать? What? Оп! Как мило с вашей стороны, что вы решили нанести нам визит. Входите. Верни антивещество. Прошу прощения, но мне кажется, это может неблагоприятно повлиять на мои планы достижения всеобщего счастья с помощью генетической переделки. Стрикс! Джеб! Стрикс, где ты? Почему бы тебе не поискать его самому? Ты можешь начать свои поиски, скажем, с 10-тысячного года до нашей эры. Нет! Морская вода? Ух ты! Где же ты я? Это целый город из овощей. Как же тут ребята катаются на досках? Но мне кажется, надо найти местечко, где можно перехватить пару бургеров и позвонить по телефону. Ой, прекрати кусаться! Безусловно, этого местечка не касалась рука садовника, а надо бы. И я как раз то, что для этого нужно. Да, меня чуть не задавило бананом. Не имею никакого желания попасть под падающие орехи или вишни. Я просто пошутил. Акулиный рог? Похоже, этот доктор Пираноид зашвырнул меня довольно далеко. Ну ладно, придется плыть много часов, чтобы вернуться обратно в Фишн-Сити. Хорошо бы еще узнать, в какой стороне Земля. Этого бы ни за что не случилось, если бы мы действовали заодно со Стриксом. Пираноид думает, что действительно отправил меня за 10 тысяч лет до нашей эры. Ущипните меня, я не сплю. Отпусти! Надо отсюда сматываться. Просто не могу поверить, что этот удав на батарейках удрал от меня. Надо найти Джеба и Стрикса. Парень прав, поехали. Не нравится мне тут, ребята. Не могли же они исчезнуть, оставив здесь только свою машину? Они могли пересесть в грузовик, оставивший эти следы, и уехать. Но куда? Действительно, куда? Этот гигантский богомол, должно быть, уже ушел. Надеюсь, что это существо настроено более дружелюбно. Теперь я в безопасности. Нет! Эй, русалки! Ребята, куда вы меня тащите? Этот динозавр был так же глуп, как и велик. Желудок молчать? Только посмотрите, интересное создание. Но там, где есть цыплята, там должны быть и яйца. Поймал! А это должно быть его мама.
Вы не так меня поняли. Может быть, нам не стоит ссориться? Я неплохой парень. И вы тоже симпатичные. Акулы теперь в 150 миллионах лет от нас, доктор. Вам никогда их не найти. Нет, ничего проще. Путешествие во времени искривляет ткань пространства по оси временного возмущения. Я так и знал. Потише, ты болтун несчастный. Прекрати, хулиган. Не хотите ли последовать за нашим другом акулой в юрский период? Это сияющая голубая линия, временной след, оставленный малышом Стриксом. Все, что надо сделать, это... Да, именно этого я и хотел. Мне удалось не только проверить машину времени, но и ввергнуть Стрикса в беду. И должен сказать, эти примитивные юрские создания отлично знают, как справиться с уличной акулой. Эти существа крупнее, чем мы. Они намного крупнее нас. Именно так. Их огромная масса плюс мои генетические переделки создадут совершенное и непобедимое генетическое оружие. Но вы же не бросите нас, босс! Это будет нечестно! Не брошу, если вы будете вести себя лучше. Говоря по-моему, пораскиньте вашими генами. Надо понять, в чем тут дело. Может быть, параноид действительно забросил меня на 10 тысяч лет в прошлое, и я больше никогда не увижу братьев. Не задам жару ублюдкам доктора Слизиноида. И Стрикс никогда так и не узнает, как мне его не хватает. И не важно, что именно из-за него я оказался здесь. Приветствую тебя, уличная акула. Что? Кто ты? Я Лира, главный научный советник Атлантиды. Атлантиды? Очень приятно познакомиться, Лира, а мое имя? Джеб. А когда-то ты был молодым человеком по фамилии Болтон. Потом тебя предал доктор Параноид, человек, являющийся позором всей науки. Совершенно верно, ты можешь читать мои мысли? Только если ты друг. Наша древняя цивилизация была счастлива, но теперь... Будь он не ладен, это существо напоминает мне кое-кого. Это нептуниец. Его народ поклялся разрушить Атлантиду для того, чтобы в одиночку править океанами. Тебя приняли за нептунийского шпиона. Только не я даже не из этого времени. Я знаю. Наши ученые вели эксперименты с путешествием во времени. Возможно, мы поможем тебе. Здорово, фантастика! Пойдем, Джеб, я отведу тебя. Нет! О нет, это атака нептуницев. Я не знаю, сколько миллионов лет это займет, но когда-нибудь я вернусь в Фишн-Сити и превращу доктора Кретиноида в рыбный паштет. Смотри-ка! Мне, пожалуй, лучше убраться отсюда, пока мамаша не притащила своих деток на обед. А что если я изобрету первый в мире дельтаплан? Акула в полет! Отлично! Похоже, он никогда раньше не видел летающей уличной акулы. Зови меня акулозавром королевским юрского периода. Неужели ты не знаешь, что грубостью ничего не добьешься? Хочешь сам быть королем? Будь им, я уступаю. Наш план таков. Киламари и я установят ловушку. Рептил, твоя задача заманить оставшихся акул во время ворот. А что делать мне, босс? Наверное, самое важное, да? Ты? Ты будешь приманкой. Что вы делаете?
А, вот ты где, склизкий, увертливый змей. Иди-ка к папочке. Попробуй поймать меня, если сможешь. Держись крепче, Сламу, погоня будет крутой. Если рептил направляется туда, то там может быть и параноид, а может быть и братья. Я чувствую, это ловушка. Ловушка или нет, мы должны попробовать. Наши братья в беде, я это чувствую. Хорошо. Но давайте не торопиться. Не беспокойтесь, это я умею. Будь осторожным. Конечно, у меня есть брат, он нуждается в помощи, и я помогу ему после того, как обломаю плавники нептунийцам. Он прогрызает дырку в лодке. Спасибо тебе, Джеб. Должен признаться, моя идея поработать челюстями сработала. Никогда мне не было так радостно с того дня, как я и Стрикс. Ты скучаешь по нему. Пошли. Я помогу тебе найти своего брата и вернуться домой. Есть! Смотрите, единственный выход наружу по этой лестнице. Как будто кто-то направляет нас, чтобы мы шли туда. Никто не может управлять мной. Понятно, так может быть, нам не надо идти вверх, пусть они сами к нам спустятся. Само собой, давай, Рип! Акулотрясение! Мы разрушили дом! Вы бесхребетные ублюдки, вы! Дайте, я займусь ими! Позвольте мне! Позвольте! Ты промазал плевок, барракуда, а теперь говори, что ты сделал с нашими братьями. Я отправил их в прошлое, в далекое прошлое. На Землю до начала всех времен. Что? Там моя машина времени. И хотя она не была разрушена вашими бессмысленными действиями, позвольте мне исправить положение. Вам больше никогда не видеть ваших братьев. Этот динозаврик, должно быть, думает, что я вкусное блюдо быстрого приготовления. Но, похоже, не очень быстрого. Мне надо было побольше заниматься спортивной ходьбой, чтобы использовать против этого малыша его собственный вес и силу. Да, для карате он крупноват. Предупреждаю тебя, отстань от меня, или я устрою тебе несварение желудка. Классно, трехмерный поиск во времени. Эти две яркие линии — ваши следы во времени. Наша машина отправит тебя к твоему брату, а потом вернет вас обоих домой. Хорошо, всегда готов. Прощай, Джеб. Прощай и спасибо тебе. Тебе надо почаще чистить зубы. Нырок во времени, братик. Нам никогда не найти Стрикса и Джеба. И что же нам теперь делать? Мы потеряли двух наших братьев. Как мы вам рады! Но все-таки меньше, чем мы! Стрикс, братишка, извини! Это все из-за меня!
Мне надо было пойти с тобой. Нет, это я во всем виноват. Если бы не ты, я бы стал бургером для динозавра. Кстати, об этом. Мне кажется, пара дюжин джет-бургеров отлично выправит ситуацию. Ангар 5, вот мы куда направляемся. Эти простаки акулы думают, что видели мою последнюю машину времени. Единственное, что я не могу сделать, это антивещество, но это для меня теперь не проблема. Обещаю вам, акулы, ваше время еще наступит. Продюсер и режиссер Рон Харрис. Beep.